Идем на планету Титан. Проходить будем миссию Утопия. Добыть процессор Золотого века. Большое количество электрической энергии перенаправляется в аркологию. Ага. Он туда мне надо. Это может означать только одно. Там сеть процессоров. Мощных процессоров. Даже способных расшифровать сигнал Кабал, что мы перехватили. К сожалению, неизвестно расположение этих процессоров. Сейчас. Так что тебе придется там поразнюхать, не привлекая лишнего внимания. Страж, найдя процессоры, мы можем переломить ход войны с Красным Легионом. Без них. Я не знаю, что нас ждет. Чувак, у нас с тобой одна и та... А я думал, это свой, блин. Хотел сказать, чувак, у нас с тобой одна и та же миссия. Ну, походу, нет. Кажется, падшие пытались пробиться через эти плиты. По-моему, операционная система аркологии снова работает. Как знала. Теперь ищите терминал доступа к ОС. Он поможет вам найти сеть процессоров. Гнойные залы. Так. Сеть процессоров глубоко внутри, на служебных этажах. Аманда, это то, что мы ищем? Бинго! Именно оно! Хорошо, я получил координаты. Двигаем вниз. Что-то как тут темновато. Рассыпался. Блин, не посмотрел, что мне там дали. Я знаю, что его пробьет сейчас. Хоп, сразу спрятался. Вот и все, и сразу завалил. С одного патрона.
Это победа. Кажется, Улей прорубил нам дорогу. Можно спуститься в ту дыру. Сейчас мы точно на территории Улья. Верно. Как можно меньше разговоров по рации. Не надо привлекать лишнее внимание. Понятно. Да, со здоровьем, конечно, хреново, хреновастенько. Ой-ой-ой, зря я спрыгнул, наверное. Они что, отскакивают, что ли? Я что-то не понял это. Фига себе. Нам он туда надо, мне туда. Ох ты ж, нифиг, ты кто такой? Это вы сразу тут налетели на меня. Не успел он подняться. Блин, мне туда что ли надо? Рели. Так, а как туда спуститься? Добыть процессор золотого века. Это все понятно. А как спуститься туда? Просто прыгать? Офигеть. Понятно. Ладно. Опять прыгать. Еще ниже опять. Я, честно говоря, даже не представляю, как. Туда-то понятно как. Не откроется никак. Попробуем вот так вот. Да охренеть, я промазал. Вот я мудень, блин. Суперспособность просадил. Фу, я ждал, все, упал.
Вот а... Да как так-то? Чё за фигня? Я, короче, задеваю он за низ как-то. Во. Все, я научился. В конце просто тормозить. Ай, чуть не упал. Так что, чуваки, кто будете здесь прыгать, если в прям самом конце, нажимайте еще раз второй раз по пробел, и вы медленно приземляетесь. Не забываем ставить лайки. Фига себе, ходик. Ой! Ой-ой-ой. Неожиданно так они вылезли. Так, а здесь как? Так, я понял. Я опять фигню какую-то сделал. Так. Пройдите в комнату процессора сети. А, мне типа по центру, что ли, надо? Попробуем по центру. Да. Офигеть. Я, кстати, в прошлый раз еще в утопе миссию, то, что я прошел ее, по-моему. Мне надо было там кому-то подойти. Я забыл подойти. Надо будет подойти. Блин, думал, сейчас опять, короче, помру, когда сейчас спрыгивал. Фига, прикольно разгоняешься, прыгаешь. Воу, фу. Это где это я, фига себе? В корабле в самом, мне вон туда надо. Извлечь процессор из сети. Типа разогнаться в прыжке. А дальше что? Ули не мог этого не слышать. Беги, страж. Бегу. Достали процессор, но разбудили целую колонию улья, а до поверхности далеко. Им оттуда не выбраться, командир. Страж, сможешь пробраться в центральную часть аркологии? Мы пошлем кого-нибудь тебе навстречу. Холидей. Да, будет сделано. Поехали. Это дорога к сердцу аркологии. Оттуда еще надо будет выбраться. Уже у штурвала, готовлюсь к вылету. Скоро буду. Аманда. Да. Лети быстро. И будь осторожна. Да, мне тут помощь нужна. Офигеть, смотри, он прям стреляет. На.
бац. Давай, давай, газуем, гоним. Офигеть. Ускорения нет никакого. Нет. Вижу тебя, приятель. Скоро встретимся. Молодцы. Вы оба. Вы оба. Оставьте процессор в центр. Я один, блин, кое-как выехал. Наконец-то дела пошли в гору. Блин, он походу типа уничтожает планету, короче. Как в этих Звездных войнах, как там, Черная звезда. Не помню. Называлась корабль, который планету уничтожал. Они зовут его Всемогущим. Жемчужина в короне Красного Легиона и детище его лидера Доминуса Гоула. Гоул подчинил себе сотни миров. Сопротивление наказывалось смертью. Видите ли, Всемогущий уничтожает звезды. Честолюбие Гоула не щадит никого и ничего. У него одна цель — заполучить странника и его свет. Сейчас Всемогущий нацелен на наше солнце. Иными словами, война окончена. Мы проиграли. Серьезно? Ты это серьезно говоришь, что проиграли? Я думал, наоборот, выиграли. Мы построили дом под защитой странника. Когда напали враги, мы построили стену, простоявшую века. Но теперь стены ничего не значат. Новый враг захватил наш дом, лишил нас света и теперь угрожает нашему существованию. Мы бросим все силы на этого Всемогущего. Когда флот будет готов к бою? Завала, стой! Промедление, смерть! Но если напасть всем вместе... Можно вернуть наш дом, наш свет, надежду. Или погибнуть с честью. Мне нужна боевая группа. Мне нужны и Кора, и Кейт. Так, типа прошел. Я хотел посмотреть, что мне там дали. Угу. Метка Титана.
Да, но она... Ее мне точно не надо. Так, поручение. Кейт 6 не выходил на связь с тех пор, как отправился в неизведанный мир. Найдите его. Планета Несс. Погнали. Командор Завала хочет снова объединить авангард. Пока он готовит нападение на Всемогущий, мы найдем Кейда и Икору. К счастью, мы поймали сигнал, посланный призраком Кейда. Он исходит из кентавра Несс. Странно. Кентавры — это же просто большие булыжники на окраине Солнечной системы. Там ничего не должно быть. Мы думали, здесь ничего нет. Поднимемся повыше, чтобы вычислить местонахождение Кейда. Так, в петле. Поехали. Отслеживаю сигнал Кейда. Давай, кажется, давай. Поймал. Это хорошо. Я по горло. Ловушки вексов. Нера матрица. Ловушка вексов? Во что нас втянул Кейд на этот раз? Что-то транслирует сигнал Кейда в космос. Если мы найдем это что-то, мы найдем и Кейда. Найти Кейда 6. Вон! Сигнал идет из обломков корабля. Угу. Здравствуйте. Вы здесь, чтобы спасти Экзокейда 6? Да. Ой, ты не Кейт. Экзокейд 6 в данный момент находится в цепи порталов. Он там. Ой, а теперь там. Ой. Он перемещается? Это усложняет нам задачу. Я могу помочь. Но буду при этом настоящей врединой. Извини, что? Я послала вам его новые координаты. Вопреки здравому смыслу. Ладно. Ага, уже на той стороне, офигеть. Чем еще я могу помочь? Слушай, ты в порядке? Ты как-то странно себя ведешь. Я нейроматрица корабля «Черный исход». Зовите меня Нейро. Я усилила сигнал Экзокейда 6, чтобы его спасли. И вот, вы его приняли. А, я понял. Она искусственный интеллект. Причем неисправный. Я слышала.
К вашим услугам. Роботоподобные инопланетные существа, вексы, достигли 92,14% конвертации НСА. Так, серьезно, надо было опять, блин, к точке. Так. Нет, такими темпами я не допрыгну. Блин, чуть не упал. Давай! Ё-моё. Есть. Вон туда надо нам. Ай-яй-яй. Чё я там, блин, прыгал? Просто так прыгал. Ну ладно. Кейт! Здесь кто-то есть? Не спрашивай меня, как это случилось. Мне некогда объяснять то, что я сам не понимаю. Осторожно, телевексы вас испепелят. Кого? Телевексы? Реликвии? Эх ты, нифига себе, вы чё, ребят, какие злые-то, а? Я к ним пришел с добрыми намерениями, а они как-то негативно встречают меня. Все. Ага, нифига не все. Теперь точно все. Наверное. Что задание-то? Определитесь с точки сигнала. Найти кеда, да? Понял, короче, надо отбиваться от них пока. Все, что ли? Ага, вон туда теперь надо идти. Слушай, Нейра, так что здесь произошло? Кейт-6 пытался управлять телепортационной системой Векса. Теперь он застрял в нелинейной цепи порталов. Свою защиту скажу, я предупреждала. Он типа не очень умен. Да, дела у нас неважные. И давно ты здесь болтаешься? Так давно, что видела, как Вексы захватили астероид. Уничтожили на нем все живое, переформатировали молекулы и оцифровали мозговые волны для дальнейшего изучения. Увлекательное зрелище. Что-то она этому слишком сильно радуется. Так. Ага, мне вот сюда.
Что, я должен... Ой-ой-ой. Я не долетел, надо было, блин, туда. Правее чуть-чуть. Зараза. Вот сюда вот надо было. Так, я на месте. Ты чужой, да? Да, ты чужой. Я думал, изначально, что ты свой будешь. Седьмой левел дали, офигеть, круто. Вы хорошо сражаетесь с вексами, лучше, чем мой экипаж. Я уже боюсь спросить, Нейра, но что случилось с экипажем Черного Исхода? Только у капитана есть доступ к этому блоку памяти. А он сдох. Так, вон туда надо, да? Понял. Эх ты. Опять не повезло, мне повезло. Чуть не опять не разбился. Экзокейт 6 за этими воротами вексов. Проходите через них. Спасибо. А мы не застрянем, как Кейт? Нет-нет, мой модуль оценки ситуации надежнее, чем у Экзокейда. Мы прошли. Мы портал. Целы. Конечно, Экзокейт 6 уже недалеко. Бежим, бежим, бежим к нему. Эх. Опять эти ямы, пропасти, блин. Как я их не люблю. Эх, а я, нифига себе, чё. Портал засосало. Защитить Кейда? Ты! Вытащи меня отсюда! А ты... это что? Гидра, что ли? Не-не, сначала она, потом уж я. Отлично. Ех. Справляешься, кажется. Так держать. Начнешь проигрывать, поднажми. Ну что там, она мертва? Я тут так кручусь, что боюсь, меня сейчас тошнит. Давай, быстрее, ну. Не знаю, как долго продержится портал. Кейт, да как ты? Стоп. Слушайте, короче, не думайте, что я не знаю, что делаю. Я знаю, ну, может и нет, неважно. Если вы отрубите источник энергии, цепь порталов разорвется, я отсюда выберусь. Вы поняли? Повторите. Говорите! Ладно, я скажу. Мы поняли, Кейт. И все же, как ты... Да ёшкин векс! Вы вообще слушали, что я сказал? Вот почему никто не любит выпускать его из башни.
Что там еще с заданий? Классика «Красная война». 6. Можно ее пройти еще. Также на NES. Резервуар. Нейра, мы на точке. Кейт застрял в системе порталов Вексов. Поможешь найти источник энергии, чтобы его вытащить? Ах да, если найти телепорт Вексов, который использовал Экзокейт, то можно будет отключить портал и освободить его. Я покажу. Хорошо, значит, нам надо найти телепорт и отключить его. Легко. Так, нам сюда. О, что это за гадость? Это радио Ляри, мозговая жидкость Векса. Радио Ляри. Это органическое вещество. Значит, Вексы только наполовину роботы. Так, залетай! Блин. Ну, это нормально. Радио Ляри. Так. Офигеть. Я сейчас помру, походу. А может быть и нет. Да что, прям от камня откидывает, блин. Камни, вы что меня откидываете? Запрыгнул. Офигеть, прям чуть-чуть еще. Я бы точно помер. Да, отлично, я опять в эту, блин, кашу прыгнул. Так, туда. О, меня уже компания ждет. Вечеринка в самом разгаре. Давайте, одноглазые, как вас там, летающие глаза, блин. Занесло на NES. Я знаю как. Во-первых, хватит подслушивать. А во-вторых, и какой же ответ? Ха-ха-ха. Он просил никому не говорить. Так, здесь возрождение ограничено. Здесь надо аккуратнее быть. Внимание, обнаружена угроза Вексов.
они блокируют вам путь к телепорту Экзокейда. Придется их уничтожить. Ай-яй-яй. Ты со всех сторон окружили. Ай-яй-яй. Обалдеть. Сложная миссия будет. Тяжелая миссия будет сейчас. Вам путь к телепорту Экзокейда. Придется их уничтожить. Надо просто туда не суваться. Целая толпа опять прибежала. Уничтожение вексов поможет мне отвлечься от тоски по моему капитану экипажу. Помогло? Нет. Патроны бегаем, собираем. Ядра реактора. Добро пожаловать на Черный Исход. Место, где сбываются мечты. Вижу, ты познакомился с моими друзьями. Фу, Нейра и чуть не упал. Нейра. А какая из них злая? Если бы у меня были чувства, я бы обиделась.
Берем тачку, летим. О-о, падшие задали вексам жару. Ну, в смысле, устроили резню. Я спрячусь на черном исходе. У меня? Но мой корпус разорвало на 108 частей. 20 палуб в земле. А система охлаждения? И крыша съехала. Мы знаем, Нейра. Мы знаем. Ех ты, нифига себе. Я просто хотел, чтобы вексы и падши переубивали друг дружку. Тогда ты все пропустил. Чувак. Это очень большой векс. Вообще капец какой большой. Так, вон туда он надо. Надо снайперку брать. Оп, исчез. Чё, где-то, наверное, на этот раз вон там. Вижу. Есть. Это хорошо, потому что падшие уже здесь. Активирую защитные поле. Экзогейт 6, встаньте в защиту. Отличная работа, Нейра. Теперь падшие до нас не доберутся. Правда же? Они не смогут до нас добраться, да? Гоним тачку, полетели. Миссию сделали. Этого здоровяка завалили. Кажется, они только что сказали, что хотят оторвать мой рог. Мой прекрасный, замечательный рог. Спасите Кейда. Да это мы! Кейд, ты где? Оп, что-то невидимые корабли какие-то. Да, я ни разу не попал. Куда ты побежал? Куда убежал?
Да, одному, блин, вообще сложно, конечно. А я знаю, что у меня снайпер патрон появился. Сейчас мы его выцепим быстро. Ты где, здоровяк? А, у него защита появилась, блин. Во, все, защиты нету. Гранатомет какой-то. Так, а я здесь все сделал? Я так понимаю, что да. Теперь, наверное, туда бежать, к кораблю надо. Прикольная ракетница, конечно. Вы нас спасли. Обновляю список экипажа. Новый капитан подтвержден. Добро пожаловать, капитан. Здрасте, здрасте. Эй, не высовывайся. Значит, это правда. Свет вернулся к тебе. Нет, не то чтобы я завидую. Но ты коней-то придержи, а то что обо мне подумал? Позволь спросить, зачем тебе телепорт вексов? Подобраться близко к Гоулу, пальнуть ему в башку, потом слопать бутер. Сначала надо разобраться в этой штуке. Любопытный факт о технике вексов. Она мудренее, чем кажется. Кейт, это не сделать одному. С чего это? Ну, убьешь ты Гоула. Когда Красный Легион покидает систему, победа ли, поражение, они все уничтожают. Кабал — злодеи, которые творят зло. Ага, я понял. Извини, но я тебе не верю. Кабал не оставляет за собой абсолютно ничего. У них оружие, способное уничтожать звезды. И оно нацелено на наше Солнце. Эй, 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 тише, тише. Схемы перегорят. У Завала есть план. Ты ему нужен, Кейт. Ага, Завала всегда говорит, что у него план. А сам просто... Стоп. Завала сказал, что я ему нужен? Вы своими глазами видели, как он говорил эти слова? Да, видели. Скажите мне, что у вас есть запись. Но хоть и Кора это слышала. Вообще-то, она пропала после падения города. Мы не знаем, где она. На Ио. Она улетает туда в моменты сомнения. И... Спасибо. Я твой должник.